Всем привет! Сегодня есть твой видео, какой шампунь где-то занимался. Краска. Говорю, не покупайте и свой ванну, потому что здесь не покупайте, пожалуйста, вот такой вот шампунь. Шаум какой-то, не помню. Ну, не так. Считается правильно. Лучше покупайте. Яннеем! Вот которого сейчас вот такие. А вот этот не покупайте. Он дорогой, он недорогой. Пахнет вкусно мака. Ну пойму-ка я в магазин. Вкусно пахнет. И дешево. Можно если надо взять? А что там? Не покупали же он такой дорогой. Или вот этот вот, который 100 рублей стоит. Нет, надо купить. Сколько вам? За 40 рублей. Вы когда идите, шампунь за 40 рублей. Я нет. И все это, когда я помыла этим шампунем голову, она не смела пить. Но сейчас уже не так сильно не было. Я пошла в школу вот так. Я сделала себе хвостик, ну, тетя не делала хвостик, и вот так у меня просто волосы были. Я хотела какая-то медсестра набрать ей, но все-таки не пошла. Ну, чё? Ну, тут же купить? Бальзам. Это мой бальзам. Или шампунь. Ну, или же вот такой вот. Там. Но, пожалуйста, не обращайте внимания, пахнет или не пахнет. Пожалуй, духами просто-напросто. Попрызгать, у меня до сих пор они воняют, как два дня назад попрызгают. Ну что, вообще, не знаю, даже... Можно вот таким даже шампунем, но не тем, пожалуйста. Я не хочу, чтобы... Два, хоть и раз и без, да, но некоторые знают, вернее, это мой канал. И кто Веронику смотрит, пожалуйста, я спешу. Не надо таким шампунем пользоваться. Пользуйтесь вот таким вот, таким нормальным. А вот это вот говно. Это не надо пользоваться. Это просто это говно. Я тоже слышала. Такая баба мне, наверное, помыла голову. Она такая, я помыла ему голову, но она мне это сказала, я ушла. Пришла, короче, домой сюда. Попросила Веронику помочь мне помыть голову, потому что я просто не могу нормально помыть ее. Это боже. Я просто тренингом не выглядела там дофига этого шампуня, не тут его вот такой вот на руку. Это вот. Мне так помочь, мне даже это не шаг, чтобы все вот так вот. Блин, и нету. Слушай, как мне не пишет. Теперь, он смотрит мои волосы. Теперь я должна ходить в школу вот так вот. Спасибо, Шаума. Или как там тебе? Энергия природы. Лишь сила и питание. Вот это. Шампунь для ломких и слабых пяток. Очень ломкие они становятся, очень слабые они становятся. И вот так вот сделаешь, и они смываются. Видите? Вот у меня просто с вами не выпадывает теперь фокус. Так что я вас прошу, если вы не скрытые носители,